Всем привет! Хотел бы снять видео о подсвечнике, такой для спальной комнаты, там для дома, для квартиры. Уже распилял рейки по 30 сантиметров. Осталось их торцануть края, углы. К этому и приступим. Уже отторцевал углы. Осталось просверлить отверстия, чтобы связать их между собой. Просверлив отверстия на всех досточках и уже начал их собирать. И вот таким методом я их собираю. Пользуюсь проволоку, шестерку, на такой веспа. Остатки сверху подпиливал, снизу гайку затянул, и она залезла. Вот так со всех сторон. Осталась подсветка, работа готова. Купил вот такой блок, блок питания на 220, неплохая штука. Также есть выход, папка, вот мамка, красный — это плюс провод, черный — минус. Ну, можно паять. Включил подсветку, приклеил стекло, получился такой столик.